В продолжении выпуска информация для неравнодушных людей, готовых оказать помощь. В реанимационном отделении Люберецкой детской больницы в настоящее время находятся два малыша-инвалида – 10-месячный Миша и двухгодовалый Дима. Оба ребенка не могут самостоятельно дышать и прикованы к аппаратам искусственной вентиляции легких. Однако оборудование сильно устарело, а денег на покупку новых аппаратов, которые стоят сотни тысяч евро, ни у больницы, ни в бюджете района нет. По мнению родителей, жизнь их малышей находится под угрозой. И спасти их, а также других детей, поможет только всенародный сбор средств на необходимое медицинское оборудование для реанимационного отделения. Для тех, кто готов помочь малышам, просьба обращаться по телефонам 8-495-554-2016 либо 8-926-281-09-80. Информация о банковских реквизитах находится на интернет-сайте «Крик о помощи».